Справиться с огнем, кажется, не хватает сил. Очаги возгорания появляются то тут, то там. Осложняет ситуацию сильный ветер, который разносит искры по всему периметру. Борьба с пожаром на батурлинских дачах продолжается уже второй день. Все силы и средства стянуты к этому участку. Только не допустить огонь в лес. В лесу локализовали, затушили сейчас все дело. Мы начинаем тушить дачный массив. И чтобы он не ушел туда, в сторону Карпат и в лесной массив. Главная задача стоит сейчас. Вот над ней решаем. Очень сильный ветер, где-то около 20 метров в секунду все это дело. И горючей массы очень много все это дело. Дачи брошены, все горят, все это дело дачные, все невозможно тушить. Да. На сегодняшний момент выгорело около 20 гектар территории. От заброшенных дач не осталось почти ничего. Затрудняет тушение пожара отсутствие рядом водоема. Подвозить воду приходится из ближайшего родника и самого города. Это уже третий день без отдыха для сотрудников Кузнецкого лесничества, пожарных и службы МЧС. Был в Шеремисе большой пожар, и пожар этот продолжается. Был пожар в районе Пионера на Бобровом болоте, то есть везде. И вот также на территории Кузнецкого района очень много возгораний. Есть возгорания сухой травы и мусора в городе Кузнецке. То есть практически везде такая же складывается ситуация, как была летом. В связи с пожароопасной обстановкой в регионе была приобретена спецтехника, среди которой ЛТП-147 – лесной трактор противопожарный. Это мобильная маневренная установка стоимостью 4 миллиона рублей, которая одновременно проделывает борозду шириной 3 метра и заливает огонь. Но как бы ни была совершенно техника, пожар лучше не допустить, чем тушить. По-прежнему основной причиной второй волны пожаров является человеческий фактор. Люди опять никак не понимают то, что нельзя разводить костры, нельзя посещать леса, посещают, разводят костры, работают на даче, жгут мусор, жгут сухую траву. В результате мы получаем страшные пожары. За три летних месяца в Кузнецке и Кузнецком районе произошло 55 пожаров. В огне погибло 3 человека. Статистика, которая надолго останется в памяти людей. Еще и потому, что многие остались без крыши над головой. А на восстановление леса уйдут долгие годы. Пока наша съемочная группа находилась в зоне пожара, поступило сообщение о возникновении нового очага возгорания в районе 15-й линии. Огонь почти вплотную подступал к городу, локализовать который потребовалось больших усилий.